Спонсор проекта – компания Вербатим. Вербатим – технологии, которым доверяют. Тестовый стенд предоставлен сетью компьютерных магазинов Олди. Олди – приятное обслуживание. Доброго времени суток, с вами снова Техногухня. Сегодня мы познакомимся с бестселлером рынка, суперкулером от компании Thermalright, ценой всего $30. Ситуация на рынке кулеров обострилась. Чтобы удержать большую аудиторию покупателей, компания Thermalright идет на беспрецедентные меры. Фирменный кулер под все сокеты с вентилятором и термопастой в комплекте. Да все это за 900 рублей. Вдобавок в комплекте скобы для второго вентилятора. Да и набор креплений для всех сокетов Intel и AMD. Кулер был официально представлен 6 ноября, и мы первые в России имеем честь протестировать его. За основу модели 120M взят образец True Spirit 120, который уже год присутствует на рынке. В сравнении с ним высота уже не 16 см, а 14,5. Это реверанс в сторону обладателей узких корпусов или корпусов с боковым вентилятором, который перекрывает собой зону кулера. По-прежнему радиатор пронизывает 4 тепловые трубки. За продув воздуха отвечает 12-сантиметровый вентилятор с шим-регулированием и оборотами 1000-1500 за минуту. Основание радиатора отполировано до зеркального блеска. Есть совсем небольшая кривизна, но это в традициях Thermalright. Несмотря на скромные габариты и, казалось бы, способность разместиться с любой системой, у нас возникли проблемы при монтаже. Вентиляторы имеют низкую посадку, поэтому задевают с собой не только модули памяти, но и охлаждающие элементы системной платы. Этого можно было бы избежать, будь система крепления скобок иной. Но она именно такая, при которой вентиляторы должны располагаться строго на одном уровне радиатора, не выше его. Другой недостаток – само крепление. Два тонких маленьких винтика – это несерьезно, даже учитывая компактность модели. Подобную порнографию мы видели с кулерами Arctic. Thermalright такого не ожидает. Да еще при демонтаже мы сорвали резьбу одного из винтиков, что говорит о плохом качестве стали. Будьте осторожны. Так или иначе, мы временно прикрепили вентиляторы и провели наш тест. Напоминаем, что все кулеры мы тестируем при одинаковом уровне шума. Тем самым мы выясняем, какая из моделей эффективнее для сборки умеренно тихого компьютера. В итоге 71 градус. Разительное отличие от полноценных двухсекционных кулеров. Результат понятен. Малая высота. От этого малое число и площадь пластин. Всего 4 тепловые трубки, небольшая кривизна подошвы и плохое крепление вентиляторов. Что ж, данный кулер действительно может стать популярным, если в России он будет продаваться по рекомендованной разработчикам цене в $30 или 900 рублей. Стать же полноценным суперкулером ему не суждено. А с вами была Арина. Увидимся.